Сарапул в прошлом – уездный купеческий город. Торговля хлебом и лесом. Уникальная архитектура. Богатая духовная жизнь. Великая река, дающая городу энергию, силу, красоту. Сарапул в настоящем – город насыщенной историей. Современный промышленный и культурный центр Удмуртии. Город расположен на пересечении важнейших транспортных артерий – железнодорожных, автомобильных и водных. 50 километров от нас – аэропорт. Крупные заводы. Устойчивый бизнес. Креативные идеи, притворяющиеся в жизнь. В Сарапуле активно развивается машиностроение, пищевая и легкая промышленность. Налажено сотрудничество с рядом европейских и азиатских стран. Кадровый потенциал сформирован предприятиями оборонно-промышленного комплекса, на которых базируется экономика города. Мы успешно реализуем ряд инвестиционных проектов. Один из них – создание туристско-рекреационного кластера «Камский берег» общей стоимостью более 1 миллиарда рублей. Сарапул оправдывает вложенные в него ресурсы, постоянно увеличивая поток туристов. Сохраняя прошлое, мы живем в бурном ритме сегодняшнего дня и устремлены в будущее. Статус территории опережающего социально-экономического развития открывает новые возможности для инвестиций, предоставляет инвесторам налоговые преференции. Сотрудничать с Сарапулом выгодно, надежно, перспективно. Открыты к диалогу и готовы к серьезной работе. Инвестируй в Сарапул.